Друзья, я вас приветствую. Вот видите, что майские заморозки сделали с нашей грушей. Груша помёрзла. Вот листья скручены. А здесь у нас были, завязались уже цветочки. Думали, хоть грушу попробуем впервые. Но нет. Очень жалко. Морозы майские. Никогда в мае не было у нас таких заморозок. Тем более еще снега. Да, все это делаем, ребята, рукотворно. Вот дождь пошел. Да. Вот наша малинка подмерзла. Но я думаю, она вытянется, как теплее будет. Да, друзья, что это вот за хрень? Никогда такого не было у нас. А в этом году прям напасть какая-то. Ну, вот они, видите, где она. Вот. Вот они, блин. Что это за тварь такая? Еще снашаются на моем огороде. Ну вот, маленькая уже подвяла. Это вот этого сих взят. Такие у нас дела. Ну вот видите, да, все листья уже завяли. Ну листья нам, блин, отойдут. Я в этом не сомневаюсь. Вот она, тварь. Так, это кост у нас оранжевое ожерелье. Плоды очень большие, сладкие. Это у нас потемней московский гигант. Так, все. Также подмерзло. Ну, вы сами видите. Вот. Малинку пересадили, а потом морозы вдарили. И она у нас, я думаю, погибла. Ничего, мы разможем. Блин, как холодно. Вот, жимолость. И цветы, видите, потемнели. Стали уже коричневые. Ну, тоже от холода. Но цветочки какие-то есть. Это наша груша. А нет. Это, друзья, яблонька. Ну, не знаю, что с ней будет. Такие вот красивые цветочки замерли. Ну, от холода, что вы хотите. По ночам было до минус 6. Это груша тоже вот. Листики скрутились. Холодно ей. Да, жалко, жалко. Ну, думаю, а так где? Вот еще жимолость. Также вот. Два цветочка, и она и встала, замерла. Такая вот погода. По клубнике что? Ну, есть, да. Подмерзла. И клубничка. О, желтые листья стали. Это не есть хорошо. Вот, подмерзла. Да. Это у нас слива. Вроде бы как и стоит, но листья видно уже. Какие-то уже странные. Такие вот дела, друзья, у нас.
Ну вот, друзья, какой у нас чеснок. Жирненький. Люблю чеснок. Так, это у нас рассада еще валяется. Как-то так. Здесь мы уже посадили. А на эту сторону попозже будет.